Ты или доктор Дизель? Ну или хардзельцер. Хардзельцер по-русски лимонад с добавлением алкоголя. Или пиво, или какого-нибудь другого крепкого напитка, очень популярного в западных странах. Здесь, судя по составу, основным пивным ингредиентом является пиво. Алкоголь 4,5, написано, что здесь мало калорий, мало сахара. Видимо, специально для тех алкоголиков, которые следят за своей фигурой. Арбуз, грейпфрут. Пахнет цитрусово, неприторно, очень даже свеженько. Алкоголь не чувствуется, в запахе пробивается лишь вот этот вот химический арбуз. Пьется довольно легко, однако вот тот спирт, который остается на послевкусии, вообще совсем не похож на пивной, да и пивного вкуса здесь нет абсолютно. Ощущение на языке на самом деле сейчас сходно вот с тем самым знаменитым коктейлем джин-тоник, однако здесь это все чувствуется менее жестко. Манго-маракуя – любимое сочетание всех любителей крафтового пива. Запах чуть более натуральный, однако мне отдает аскорбиновой кислотой. Тоже не особо сладко, совсем не похоже на напитки типа гаража. Спирт здесь выпирает намного меньше. Однако все равно это походит на какую-то домашнюю отвертку, где в недорогой лимонад добавляют воду. 47 рублей купить баночку по дороге от метро домой и освежиться летом, почему бы и нет, но, честно говоря, не очень вкусно.